Всем привет, мои хорошие! Сегодня 8 августа, сегодня день рождения у моей дочечки. Ночью приехала Любашка из Москвы, но она сейчас пока еще спит, еще утро. Денечку в садик отвели, Кристинка уже приехала. А дочь моя монтирует фильм «Там, где ей 11 лет, 96-й год». Там мы веселились всей семьей. В общем, потом посмотрите, будет здорово. Ну вот, а скоро мы соберемся и пойдем на выход. Буду снимать что-нибудь. Кому? А, вот она. Кому 34 года. Маленькая моя девочка. На самом деле, классный возраст. Всем советую. Даже видя до моих лет, поймете. А где у нас камняшка Крис? Вот она тоже, моя девочка. Да, это мой первый наряд. Вселенная какая-то программа там приготовила. Камняшка Крис скромно в уголочке. Скоро у нее тоже будет день рождения. Да. Не забывай об этом. Через полтора месяца родилась после моей дочурки. Да, я помню. Оставайтесь на связи. Да? Будет весело. Будет весело. Мы собираемся. Я с 96-го года мы ржали. Маме говорю. А, мама там поет сначала, там что-то одно грустное. Ей давай что-нибудь повеселее. И мама такая, жара, август, она. Ой, мороз, не морозь меня. Вот девочки собрались все. Красоточки, девчоночки. Вот. Идем в разброс. Я думаю, что она сразу будет. Так, мама, чего? Идем. Расскажи, мама, а ты куда? А я в спа иду, я хочу в спа. Впервые? Впервые, я ни разу в спа не была. Да, мы взяли ей марципановое наслаждение. Ну вот, у меня тоже сегодня такое настроение, как будто у меня день рождения. Вон девчонки у нас это тут. Это же у вас день рождения, вы же сами сказали. Ну, сама сказала, забудь, Елена, о своем дне рождения, сегодня мой день. Ну, у меня такое ощущение какое-то праздничное. Это не как мой будто, день, как да, будто да, это твой? У меня даже в мой день рождения нет такого ощущения. Как да, в твой. Да, вот я на самом деле тоже, Денькин день рождения будет, я вот буду искренне получать подарки для ребенка и радоваться намного больше, чем на свой день рождения, чем на твой день рождения. Ну, я имею в виду, мой день рождения, это ж твой теперь день рождения, ты его забрала, отжала. Отжала, говорит. Ну, а что, вместе, это ж классно отмечать. А ты сказала, кто там сзади у нас? Сзади Любашка, Кристинка у нас. Да, ну, видели ж уже, дома да. Видели, виделись, да? Уже в подъезде, в лифте, на улице, везде. Ну ладно. Все, едем отдыхать. Левый берег Дона. Ну, что ты песню перестала петь? А я только и знаю две эти строчки. А, ну все тогда. Thank you.
Вот это стадион, да? Я, кстати, не была здесь еще ни разу. Не было. Ой, какая прелесть. Вот интересно. Вот, а слева парк. Ну, здесь вот огромная парковка. А, вот это все понастроили. Я тут вот не была, как вот это все новое построили, ни разу не была. О, какой здоровый стадион. Да, вот это вот развязки, вот эти все, вот это что-то тут для меня новое. Тут вообще было с Ворошиловского моста спускаешься, и тут был просто пляж. Просто городской пляж. Вот этих зданий не было, ничего. Вот сюда здесь были деревья и просто пляж. Класс. О, какой большой стадион. Это мы на левом берегу. Дома. А живем направо. А живем, а город направо. Ох, мы уехали вот это на другой берег. А это мы через мост переехали, да? Другая вселенная. Приехали куда? Султан Спа, да? Султан Спа. Хасал. Вот, парковка большая. Много машин можно поставить. Вот такой вот. Красивая. Всем привет! Сегодня 8 августа, день рождения вот этой вот кривляки. Всем привет, привет! Я же тоже снимаю. И я снимаю. И даже приехала любовь с большого города. Ну вот, девочки, приехали мы в Султан Спа. Я сегодня проснулась в 6 утра, потому что мне нужно было попасть в вот уже 10-12, да? Вот, Елена приготовила супер программу. Все снимают, блогеры все, елки-палки. Девчонки. Как вкусно пахнет. Ой, красиво-то как тут. Как тут красиво. Красиво тут. Вообще интерьер такой классный. Да? Куколки мои. Хорошо, спасибо. Вот тут шкафчики и зеркала. Нас уже переобули, мы все в тапочках. А сейчас будем переодеваться. Какое зеркало красивое. Переодеваться. Так, пионерский наш отряд. Что-то там дружно стройся в ряд. Да? О, мы все в халатиках. Зарисовались. Девчули-то такие. Мы сейчас расстанемся, да? Мам, я уху. Мне так непривычно себя видеть в таком одеянии. Давайте, Кристина, вставай, одеваем очки. У нас сейчас будет это, как это, матрица. Mortal Kombat. Мама, ты что без очков? Как это? А ты такая, садись. Иху! Кристина, а мы такие, старка. Класс. Ну вы звезды, девчонки. Это самое главное на заставку потом. Подожди. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. А таким легко и просто что-то там, тра-та-та-та. Та-ти-та-ти-та-та-ра-ти-та. Так, девочки, хватит фоткаться, идем туда гораздо. Стойте, Ну какой здесь такой туалетик, интимненький, красивенький. Интимненький туалетик, красивенький. Такой вот цивильненький. Это чудо. Вообще здесь кайфово. Сразу расслабляешься. Ну вот, девочки, я была в этом. Помой, попарилась еще, сейчас туда лягу, и меня будут обслуживать сейчас. Такой вот прелестный мальчик. Вот, девчонки, сделали мне массаж, сейчас тут вообще так классно.
я кайфую. Вот он мой массажист, мастер такой хороший. Прям кайф получила, удовольствие. Вообще тут красиво, такие узорчики на стенах. Музыка такая спокойно играет. И аромазапахи такие кайфовые. Здесь провести время просто удовольствие. Не думала, что здесь будет так здорово. Сейчас я иду пить чай. Все уже сделали. Иду пить чай. Удовольствие получать. Столько коридоров, комнат, комнат. Здесь заблудиться можно. Но здесь провожают. Туда отводят, туда отводят. Куда надо, туда отводят. Ой, такие запахи здесь вообще классные. Там бассейн, девчата там мои сейчас купаются. А я в спа-процедуре. Летний бассейн еще. Ой. Вот смотрите, какие красивые лучики. Классно. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. О, здесь летний бассейн. На террасе расположена зона женского зала. Вон они, мои девочки. А я вам к своим девочкам пойду. Уж мои. Куколки мои! Девчонки, я получила удовольствие. Обалденно. Ой, как тут красиво. Как тут красиво, да. 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 Спасибо вам большое. До свидания. Да, слушай, я сейчас прям расслабилась, улетела вообще на массаже, вообще кайф, вообще здорово. Все, вообще все здорово, но на массаже вообще такая музычка играет, я так расслабилась, и уже чувствую прям в сон такая, знаешь, меня прям проваливаюсь. Плавать пойдешь? Вот она, река Дон, и вот здесь как раз вот у нас находится вот эта наша спа. Вообще классно, классно, тут бассейнчик маленький. Зачем грязным Дону купаться, когда тут можно получать удовольствие? Ой, я просто вообще балдею, балдею, нету слов. Родные просторы. Вот мне принесли чай и марципанку. Одну уже доча у меня уже вот стырила. Очень вкусная. Сейчас я буду пробовать. Ой, сидим. Наслаждаемся жизнью. Вообще классно. Просто здорово. Сними мое счастливое лицо. Я счастлива. Девчонки, на 10-м дне. Как будто у меня день рождения. Божественно, правда? Вкусно. Так, мама Чуля, вы как белый человек, когда другие люди пашут в ходе труда в будний день, вы отдыхали в спа, да? Но вы заслужили сегодня день рождения, потому что... Это тебе подарок на мой день рождения. Спасибо, доча. Подарок? Это на мой день рождения ее. Да, твой день рождения меня. Та-дам! На день рождения воришки, которая украла марципанчик. Ну ничего, мне одной хватит, слишком сладко. Селена постоянно уже какой раз, вообще это подарок маме Чоле после спа. Ну уже, Селена, какой раз хочешь мой кофе попей, я твой чай попью. Ну, просто кофеман, поэтому я это ну, да, ой, ну, это ты... мед? Да. Мам, это Крис, это тебе мед. Крис, ты уже любишь мед. Короче, тетя... Ты что, не хочешь? Короче, подарок мамы Чоле все... раз не хотите? Не, это тебе. Это все мне. Конечно, буду. Нет, если ты не хочешь, то я съем. Я хочу попробовать. Я сегодня столько сладкого уже съела. Да ты ж целый съела. Нет. Я так пахну. Ой, мне понамазали чем-то таким ароматом. Класс. Я тоже хочу. Понюхайте меня.
мама пришла со спа, расскажи, как. Я так пахну. Я балдею вообще. Так классно. Мама первый раз на спа сходила. Вообще просто. Я балдею, поэтому пахну. Ну что, куколки мои? Идем. Идем. Где мои куколки? Здесь мы. Вот они. Ой. Все, идем на улицу. Красота. Интерьерчик хочу снять. Смотри, какой красивый интерьерчик. Вообще прелесть. Тут еще тоже такой вот уголочек. Класс. Дай маме видео снять. Не хочу, я вас всех вместе снял. Ну давай. Я посиделка, как это, в этом реальном. Хочу показать стол, пока у нас тут. Пока так, они съели. Пока доча, да, пока. Пока доча не напала. Пока, не пока еще не разобрали. Все. Стол накрыли. В таких образах не видела. О, шампанское. Выдыхание. Ну вот так вот. Стихийно собрались, стихийно и отмечать. Куда смотреть? Смотри. А все снимают, все блогеры. Классно, да? Хочешь. Все мои дети в сборе. У всех моих детей сегодня праздник. У мамы. Наташу, у Талика, у дочи, да. Наташа тоже моя доча. Мои дети. Я обижаюсь. Я буквально. Вот они двое. Начинаю. Ты что, ревнуешь, что ли? Ты одна доча, да? Не, ну я уже считаю, что у меня уже детей трое и двое внуков. Я так считаю. Правильно, трое. Трое детей. Ну и ладно. Какие я цветочки у нас красивые. Просто а чудо. Вот взять подарил мне цветы. И гости надарили. И вот с шариком. Днем рождения сестричка написала. В общем, короче, цветов море у нас. Смотрите, какие красивые цветы. Какие красивые. Вообще. Пока они свеженькие, я хочу их снять. А вот этот вот шикарный такой вот букет. Это мне зять передал. Спасибо ему большое. Вообще балует меня. Очень приятно. А вот на шарике. Букет на шарике. Тут написано «С днем рождения, сестричка». Цветы красивые. Цветы это всегда очень красиво. Очень приятно. Наши девочки ушли гулять дальше, а мы с внучиком вдвоем тут дома, да? Искупались сейчас, мультики посмотрим, поиграем еще и спать уже скоро. Да, внучек? Да? Да, скажи. Мы искупались уже, яблочко кушаем. Да. О, какой большой, скажи я, вырос. Тетя мой зайчик. Все, занят. Ребенок занят весь. Воображулька. Воображулька бабушкин. Что ты там, мультики смотришь? А, он не мультики смотрит. Он смотрит фотографии. Вот это фотография наша семейная. Это было что? Это мы, наверное, у бабушки на день рождения были. У моей мамы. Вот ты что смотришь. Я думала, мультики смотришь, а ты фотографию разглядываешь. Ну, молодец. Да? Кто там? Кто там на фотографии? А кто у нас в домике сидит? Дыня в домике сидит. Да? Всем доброе утро. Вот уже наступил следующий день. Мы с Денечкой отправляемся в детский садик, да? Ну, бабушка, как всегда, Денечку на коляске повезет, потому что Денечка у нас убегает на куда-то на качели. Мы поедем сейчас на колясочке быстренько в садик, да? В садик идем? В садик идем. До самой глубокой старости. Чем занимается на утро наша именинница? Ну, может быть, даже... Да я обещала снять это видео. Она срочно монтирует видео. Ты показываешь мой этот хаос, да? Хаос. Ничего, это хаос, это нормальный рабочий такой стол. Я скорее монтирую видео.
где мне 11 лет, 96 года. Хочу поделиться скорее. Вот на этой позитивной ноте пора уже подводить итоги этого видео, да, подходить к концу. Кристинка с утра уже уехала, Любочка тоже собирается сегодня уезжать. Доча занимается монтажом, я сейчас тоже делами займусь, Денечка у нас в садике. В общем, нормальное утро, да, все хорошо себя чувствуют. Вчера погуляли, девчонки в караоке пели, сегодня все хорошо себя чувствуют, да? Да, посмотри, как я еще неплохо так-то выгляжу. Да, да? Ты-то очень даже здорово выглядишь. Масочку с утра сделала. Да. Ну все, мои хорошие, заканчиваю свое видео, всем пока-пока. Ссылочку на Селена Свей, на дочечку, я оставлю внизу под видео. Конечно. Кто не подписан, подписывайтесь обязательно. Кто меня не знает, узнайте поближе. Узнайте поближе, много интересного, да. Ну и кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь и на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.